Переговоры без галстуков. Президенты Беларуси и России встретились в Сочинской Красной Поляне. Главы государств успели пообщаться тет-а-тет, сыграли в хоккей и скоро вернутся к обсуждению спорных вопросов в расширенном составе. Местом диалога Минска и Москвы стал дом приемов официальных делегаций «Лаура». Везет же вам и снега море, да? У нас там, где я живу, ну почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом, и снега много. Да, я знаю, там и снега есть. Встреча тет-а-тет прошла в формате рабочего завтрака, говорили президенты без прессы, однако, как стало известно позже, успели обсудить многие темы. Кстати, изначально первым пунктом в протоколе значились переговоры в расширенном формате, но свои коррективы внесла погода. Из-за снежного бурана в Москве самолет с российскими министрами вылетел с двухчасовой задержкой. В Сочи борт так и не приземлился. До места встречи части делегации пришлось добираться с аэродрома в Минеральных Водах. К переговорам решили вернуться уже в полном составе. Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны, и не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, стран бывших Советского Союза, та политика, которая сейчас проводится нами, ими. В общем, о многом поговорили, ну и дошли до современности. Решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор. Ну, а потом Владимир Владимирович сказал, мы сделаем паузу, у нас в программе есть и другие вопросы, в том необходимости и вернемся, когда приедут члены делегации российской сюда. Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор. Вообще есть о чем говорить, есть над чем работать. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут, но можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела. Я думаю, что выйдем из-за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными сегодня. У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем уже практически час или полтора даже затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Подождем еще коллег наших и перейдем ко второму раунду. Я думаю, что сегодняшний день, безусловно, будет полезным. Хочу вас поблагодарить, Александр Григорьевич, за то, что вы приехали для этой встречи. Дорога российской делегации из Москвы заняла 8,5 часов, но к данному моменту все в сборе. Ко второму раунду стороны вернутся после окончания товарищеского матча по хоккею. Он проходит на льду спорткомплекса «Галактика». Кстати, играют президенты Беларуси и России в одной команде. Новая информация в нашем вечернем выпуске. Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 61 человека. Среди них граждане США, Канады и Австралии. Всего на борту больше 3500 человек из более чем 50 стран. Сначала пневмонию нового типа обнаружили у пассажира из Китая. В ближайшее время всех зараженных эвакуируют с лайнера и доставят в больницы. Остальных осмотрят медики прямо на борту. Всего от коронавируса только в Китае погибли больше 600 человек. Еще 30 тысяч заражены. Стоп-лист для невыездных граждан Беларуси и России появится на всех пограничных пунктах пропуска. Технические регламенты в Витебске сегодня согласовали Министерство внутренних дел двух стран. Они вступят в силу в марте. Такие данные были не в каждом контрольном пункте. Этой лазейкой могли воспользоваться недобросовестные путешественники. Сначала выехать в Россию, а потом и дальше. Должники, это право на выезд, которых территория Республики Беларусь ограничена в связи с неисполнением воинской обязанности, это те лица, которые уклоняются и находятся в розыске по решению органов внутренних дел, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. То есть это вся категория лиц, право на выезд, с которых территория Беларуси ограничена в соответствии с законом. Миграционные потоки у нас даже по масштабам они совершенно разнятся. Определенные проблемы есть и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. Мы совместно эти проблемы решаем и, надеюсь, те договоренности, которые
которые сегодня достигнуты, они позволят их решать более эффективно, именно с точки зрения практического взаимодействия между ведомствами. А вот для болельщиков приятные новости. Впереди чемпионат мира по хоккею в Минске и в 23-м году в Санкт-Петербурге. Фанаты смогут беспрепятственно проезжать одну из стран транзитом, отправляясь на игры. Соответствующее соглашение готовится к подписанию. Здание суда Калинковичского района открыли сегодня после реконструкции. Теперь это современный комплекс. Здесь появились три новых зала судебных заседаний, помещения для содержания обвиняемых и совещательные комнаты. Кабинеты оснащены новейшим оборудованием. Для тех, кто под стражей, установлены боксы из пуленепробиваемого стекла. Есть система аудио- и видеофиксации. Практически все рассматриваемые уголовные гражданские дела по административных правонарушениям, они фиксируются на камеру и звук. То есть все процессы записываются, если так проще говорить. Неопределенная моральная сложность будет работать судьям, потому что работать под камерой – это тоже определенные вопросы. Но ранее у нас в течение 2 лет была только диктофонная запись, а сейчас все это пишется. Такие здания, они тоже соответствуют всем современным требованиям. Они полностью сегодня оборудованы, технологичны. Совершенная компьютерная база, компьютерные системы, которые позволяют нам в режиме онлайн отслеживать все, что происходит здесь, в каждом районном суде. Вот когда мы полностью перейдем на такую систему правосудия, фактически это и будет новый уровень правосудия. Для посетителей с ограниченными возможностями безбарьерная среда. На первом этаже электрический подъемник. Суд Калинковичского района – один из крупнейших в области. В нем работают 5 судей. В среднем здесь ежегодно рассматривают около 1500 административных и 400 уголовных дел. От Могилевской до Каменной Горки и обратно. На красной ветке столичного метрополитена обкатывают новые поезда уже с первыми пассажирами. Снаружи без излишней вычурности, все в стиле и духе подземки, а внутри множество дополнений. Кондиционеры, светодиодное табло, камеры и зарядки для гаджетов. Пока в метро тестируют 4-вагонные составы, их пустят на новую 3-ю линию метро. Появятся поезда и с 5 вагонами. Они будут ходить на первых 2 ветках метрополитена и заменят старые. Всего же до конца года на маршруты выйдут 10 новых составов. Их собрали на предприятии «Штадлер Минск». Он снова собрал аншлаг. В театре имени Горького сегодня простились с непохожим ни на кого режиссером Борисом Луценко. Народный артист Беларуси скончался на 83-м году жизни. Тяжело болел, но никогда не жаловался. Траурная церемония в зрительском фойе. Здесь 74-го года все ждали чуда, и оно случалось на больших подмостках. «Макбет» – 3-грошовая опера, трагедия человека. Постановки Бориса Луценко формировали имидж Горьковского. Билетов было не достать, пришло международное признание. Сегодня под сводами театра звучали мелодии «Из вечности на двоих» – последней крупной работы великого новатора. Друзья, коллеги, поклонники еще не привыкли говорить слово «знаю» в прошедшем времени. Уже даже когда, в общем-то, сил уже больших не было, все равно было желание что-то делать, как-то себя пробовать, искать. Что нельзя отнять у Бориса Ивановича – это его преданности театру. Эпоха. Не только в моем жизни, это эпоха белорусского театра. Нема Бориса Ивановича. Ну что ж, пухом ему земля, царство ему небесное. И он завсёды, и он был, есть и будет завсёды с нами в нашей памяти. Более 100 спектаклей на сценах Европы отметился режиссер и в национальном кино не менее ярко. Наш президент передал слова сочувствия, поддержки родным и близким. В последний путь мастера проводили громкими овациями. Упокоился Луценко на восточном кладбище Минска рядом со звездами, которые зажигал. Это точно лучше один раз увидеть. Рождение айсберга запечатлели на видео исследователи, которые путешествуют сейчас в антарктических водах.
Огромный кусок льда высотой до 40 метров и весом в 1000 тонн откололся от ледника в заливе Бьорген. Зрелище захватывающе красивое, но такие процессы – это важный знак для ученых. Именно айсберги определяют в конечном итоге глобальный подъем уровня воды Мирового океана. Ранее в 2017 году от ледника Ларсена откололся рекордный за всю историю айсберг размером в Нью-Йорк и высотой 800 метров. Сейчас ученые пристально наблюдают за его перемещением.